Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Марина Гранкина. В минувшее воскресенье мы отметили день рождения церкви. В этот день в храмах пелась стихира, то есть краткое песнопение праздника, Пятидесятницы, Царю Небесной. В период от Пасхи до Троицы Царю Небесной не читают. До Вознесения ее заменяют троекратным песнопением «Христос воскресе из мертвых», а потом 10 дней специально пропускают. Так церковь вспоминает напряженное ожидание, в котором пребывали апостолы, да ниспослание Святого Духа. В день Святой Троицы Царю Небесный звучит особенно торжественно. Также в храме читаются и коленопреклоненные молитвы, удивительно глубокие и красивые. Благодаря нашим союзникам из Дмитрова мы вновь сможем побывать на Троицкой службе. Слово Алексею Орлову. Это Дмитров, Борисоглебский мужской монастырь. Сегодня Троица, и пришлась она на 12 июня. Отвещаша и рекоша ему, еда и ты от Галилеи еси, испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит. Паке же им Иисус рече глаголя, аз есть свет миру, ходяй по мне, не имать ходите во тьме, но имать свет животный и духови твоему. От сия души и от сего помышления нашего Отца. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молим, соплодоносящий, добродеющий, посвятимый, всечестным храме сим, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милость Тебе человека безбожности, и Тебе славу воссылая, Отцу и Сына и Святому Духу, и небесные вовеки веков. Сохрани, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Блажение, главы ваше, Господи, не преклоните. Иисус.
святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Крутицкого и Коломенского, и господина нашего преосвященнейшего Фому, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и монашеский чин, священная игумена Августина с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Духа, испросивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты сего истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сия и самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби меня неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Свете живы неприступним, сотворивы небо и землю, море и все созданное в них,
Прежде еже просите всем прошением, подавая, Тебе молимся. Огради нас истиною Твоею, соблюди нас силою Твоею. Избави нас от всякого обстояния, всякого навета сопротиволежащего. Подаши нам и в настоящий вечер, с приходящей ночью, совершен, свят, мирен, безгрешен, без соблазнен, без мечтанин, и вся дни живота нашего, молитвами святые Богородицы и всех святых от века Тебе, благоугодивший. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас Божьей благодатью. Отыми же от нас всякое мечтание, неподобное и похоть вредну, восставь же нас во время молитвы, утвержденный в вере и преуспевающий в заповедях Твоих. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. На текущий животный и просветительный источниче, сопресносущная Отцу содеятельная сила, вся смотрение за спасение человеческое, прекрасней исполнивай, Христе Боже наш, смерти узы неразрешимые и заклепы адовы расторгнувы, ей, Владыка, всех благих подателю, якогда и на ложах наших умиляющихся, воспоминем и в нощи пресвятое имя Твое, и по учениям Твоих заповедей озаряемый в радости душевней восстанем, к славословию Твоя благости, молитвы и моления Твоему благоутробие приносящее, о своих согрешениях и о всех людях Твоих, их же молитвами, Пресвятые Богородицы, в милости посети. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И сопресносущного Духа не спаславы на святые свои ученики и апостолы, и сим просветивый уба их, теми же всю вселенную Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые и пренепорочные святые свои матери, святых славных и прихвальных богопроповедников и духоносных апостолов, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любится. Мы побывали в Борисоглебском монастыре Дмитрова, а в 15:00 по московскому времени отправимся в другой храм города, Тихвинский, и увидим, как праздник Троицы встретили там. Спасибо за внимание, друзья. Увидимся.